Госпожа Бай была одной из четырех наложниц императора Сыма Юй. Неизвестна дата ее рождения и смерти, а также описание жизни, но она фигурирует под именем Бай. О ней сказано, что Сыма Юй любил ее очень сильно и этим даже оттолкнул от себя жену Джан Шинхуа. Она родила от Сыма Юя принца Сыма Луна. По неизвестной причине он не уважал свою мать.